Привет, стримаши, еще раз. Только что снял ролик про еду и забыл опять траву. Я снимал кучу всего подряд. Про траву я рассказывал, что вот 19 рублей, 100 грамм петрушка и укроп. Тут он немножко уже начал светлеть, желтеть, белеть. А в сетях сейчас стоит 50 рублей, где-то 100 грамм. Это очень дорого. И они стали делать маленькие пакетики 50-40 грамм. И что вот пакетик, ну цену, вес люди не видят, а цена, они помнят, что да, стоило рублей 20-30, 100 грамм там год назад. И сейчас 30 рублей. Но сейчас не 100 грамм, а 50, иногда даже вот не 50, а 40 грамм нищает население, и им уже цены пишут и на колбасу там 100 грамм, но там 100 грамм, а вот трава 50 и 40 грамм, ну это позорище, конечно, когда это вот кругом нищета, ну да ладно. Как бы кто за государство, имперцы, их как бы и не жалко. Запах, конечно, очень-очень слабый, как эта парниковая трава, но все равно пригодится. 19 рублей. В одном пакетике они валяются, потому что цена одна. Сейчас, тогда давайте я уж понюхаю. Немножко пахнет, немножко. Лук дороже, лук 25 рублей 100 грамм, но тоже зашибись. В сетях перекресток, лента 50, по-моему, где-то рублей. Может быть, даже дороже. А в пятерочке, по-моему, то же самое. Примерно одна и та же цена во всех этих сетях. То есть вы представляете, насколько они завышают. Они завышают в два и более раза. Поставщик, естественно, у них один и тот же. Но где это растет? Это растет. Не думаю, что сотни этих мест, где растет трава зимой. Сейчас январь. 2020 год. Так, ну теперь все про траву я рассказал. Такая у нее цена. Пока, богатыри, стримаши. Ну, желтую не надо покупать, это она уже стареет.